да еще с творческим таким уклоном, с акцентом. Так что это сегодня замечательно, сегодня действительно какой-то выдающийся день. Ну и Ник сам, конечно, по себе выдающийся человек. Слушайте, мне кажется, здесь Катюша уже репетирует группу поддержки. Пусть выйдут, да? А вы подтянете. Да. Слушайте, патриотический дух возрастает. Слушайте, не Катюша, но тоже отличный вариант. Нам хотят исполнить песню, сочиненную Ником Гочичем, правильно понимаю? Да? Вот, у меня фотография. Да, пожалуйста. Очень микрофон, микрофон совсем близко. Люди, которые знают эту песню, пропевали. Знает кто-то его песню сам снимал? Спасибо. Дорогие друзья, этот момент долгожданный настал. Мы начинаем нашу встречу. И, Ник, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы нашли время и возможность сегодня быть с нами, с нашими читателями. И хотим преподнести вам маленькие подарки от всех людей, которые здесь собрались. Это маленькие вещи, но они принесены лично для вас и от всей души. Мы вас покажем их сейчас и отнесем в вашу машину, чтобы вы потом могли их внимательно посмотреть. Это от самого чистого сердца. Покажите, пожалуйста, подарки, которые сегодня, вот люди, которые находятся здесь, для вас приготовлены. Есть вот такие вещи, есть вот такие вещи, есть сладкие вот такие подарки, есть истории жизни, похожие на вашу, есть книги, которые написаны людьми с ограниченными возможностями, и вот есть такая штука, замечательная для вас. Спасибо. Вот еще, пожалуйста, отнесите, да. Мы хотели бы попросить Ника в первую очередь, конечно, представить вашу новую книгу. Несколько слов о вашей новой книге, и далее мы перейдем к вопросы-ответы. Hey, can I use your microphone? Thank you. Give her yours. Give her yours. Okay. All right. Check, check. First of all, I want to thank you so much for your patience and your welcome. I really appreciate it. Благодарю вас за ваше терпение и очень рад присутствовать вместе с вами. It's my first time here in Russia, and I'm very, very excited to be here, and I'm already planning on coming back next year. В России я впервые, но я очень рад
быть здесь. И мало того, я хочу сообщить вам, что на следующий год мы уже планируем мой следующий визит. I'm so surprised at how many people are here in this room right now. So I'm so thankful that you are here, and I hope that whatever we publish in our books really inspires you. Я не ожидал, что будет столько народу. Я очень признателен, что вы все пришли, и действительно для меня большая честь понимать, сколько читателей готовы читать мои книги. This is my fourth book, and actually my first book that I wrote with my wife about relationships. Not that we are experts in marriage, but we just wanted to share our story for people to know that you don't need to be a perfect person before you find a perfect love. Это книга четвертая, но это первая книга, которая написана вместе с моей супругой. И я хотел бы в этой книге рассказать вам о взаимоотношениях и о том, что для того, чтобы иметь совершенное супружество, совершенно не обязательно быть совершенным человеком. So I'm sure you have many questions, and you pretty much already know my story. И я понимаю, что вы уже все хорошо знакомы с моей историей, поэтому наверняка у вас масса вопросов. So I'm not going to repeat anything that you already know. Поэтому я не буду повторяться по тем вещам, которые вы уже знаете. But because of this cool, intimate setting and unique opportunity, I would love to take any questions from the audience. И благодаря вот такой теплой обстановке и вашему сердечному расположению, я бы хотел действительно ответить на какие-то интимные вопросы. So, any questions? Пожалуйста. Итак, ваши вопросы. Ваша будет рука и ваш вопрос. Давайте начнем с этой стороны, пожалуйста. Как давно вы брали? We've been married now for 3 years. Мы уже женаты в течение 3 лет. We have a 2-year-old son. У нас 2-летний сын. And my wife is pregnant with the second boy. Сейчас моя жена ожидает второго мальчика. And we met at a speaking engagement in Texas. И мы познакомились на одной из моих на одном из моих публичных выступлений в Техасе. And it was love at first sight, but it took some time before we really started to date and think about a future together, because we wanted to be careful that we're making a right decision for the both of us. И несмотря на то, что мы просто познакомились в этот момент, мы еще не строили серьезных отношений, мы просто встречались, и наша задача была понять, насколько все это серьезно, чтобы действительно это был союз, который был бы самым лучшим из возможных. So I don't hurry into dating anyone, but I would only date someone unless I would not date someone unless I felt like they actually could be my wife. And so I never dated for the sake of dating. And I want you to know that you don't need a boyfriend or a girlfriend to know your worth. Интересно, что я считаю, что каждый человек не должен встречаться с человеком противоположного пола ради встреч. Я лично никогда не встречался с человеком, если я не чувствовал, что это может быть моя потенциальная супруга. Поэтому я с таким отношением и даю вам такую рекомендацию. You don't need a boyfriend to feel love. Вы не должны обязательно иметь бойфренда, чтобы чувствовать себя любимой. And don't be afraid to wait for the right one. И не бойтесь ожидать правильного человека для себя. Thank you. Благодарю вас. Пожалуйста, следующий вопрос. Ваш, пожалуйста. Great. Okay. Переведите вопрос для всех, я уже не услышала. Yeah, I know, I understand. Who's controlling the microphone? Кто контролирует микрофон? Can you turn it up? It's too soft. Можете ли вы добавить звук? Please. Check. Let me see. Погромче сделать второй микрофон. Делаю. Да, пожалуйста, попробуйте. Check. Да, сейчас. Чуть ближе, когда, тогда хороший звук. Okay, good. Okay. Еще раз вопрос, будьте любезны. Да, есть ли у вас практические советы для детей, которые
Для тех сотрудников, которые работают с детьми, которые подверглись насилию, всевозможным депрессивным состояниям и так далее. You know, thank you. So in our life, when we help people, we can't heal people's hearts necessarily, but we can first of all understand that your love and your affirmation of your love is the first foundation of helping someone get through something like that. В нашей ситуации мы не можем действительно исцелить физически этих людей и как-то психологически, но мы можем исцелить их сердце, проявить к ним любовь, чтобы они видели, что их любят. And in your life, you can keep on planting those seeds, and definitely pray for them as well. И в жизни вы просто сажаете такие добрые семена, и обязательно необходимо молиться за этих людей. Definitely keep on planting those seeds, and don't grow weary or tired when you don't see change. You know, it's hard work working with some people, but you are a light in their life. So continue and keep on going. And once they are healed, you also don't know who you're influencing through that as well. Всегда помните о том, что вы оказываете влияние на этих людей, и несмотря на то, что не всегда это будет получаться, помните о том, что это будет требовать времени. То есть будьте. And so when you help someone, и когда вы помогаете кому-нибудь, you're not just helping them, but you're helping their future wife or their future husband. И вы помогаете не только им, но и их будущим мужьям, будущим женам. Their future fathers, future mothers. Вы помогаете будущим матерям, будущим отцам. And so on and so on. And so you really are making a difference. И вы действительно привносите что-то важное, какое-то важное изменение в их жизнь. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Ваш. Здравствуйте. Приветствую в Севопрестольном граде Москве. Жалко, но у нас мало. Вы мне напомнили случай из Евангелия, когда человек слепой от рождения был, и фарисеи сказали, что, мол, согрешил ты или его родители. И Христос ответил, ну, согрешил не ты, не родители его, а болезнь явилась для славы Божьей. И Россия, она на самом деле всегда была... Простите, будьте добры, не коротко вопрос, формулируйте. Пример. И мне, например, когда я блажена Матронова, простите, коротко ваш вопрос. Уважаемые друзья, я очень прошу лаконично, кратко, суть вопроса. Нас много, мы хотим много спросить. Будьте добры. In answer for that, I don't know any really orthodox saints. I'm not orthodox, or I'm not Catholic. But my faith in Jesus is the biggest foundation for me, and I know that story that you're talking about. К сожалению, я не очень знаком с православными историями, потому что я сам не православный, не католик, я просто человек верующий в Иисуса, и я понимаю, о какой истории вы говорите. In fact, it was that story in John chapter 9 where I actually realized that if Jesus had a plan for a blind man, then Jesus has a plan for me. И эта история записана в 9 главе Евангелия от Матфея и простите, Иоанна, и здесь действительно смысл этой истории в том, что у Бога есть план, какой-то особенный план для каждого человека. So that was a big scripture for me. Yeah. И это очень большое, очень важное место Священного Писания лично для меня. And so I hope people understand that if God had a plan for a man without arms and legs to be his hands and feet, then God has a plan for anyone. И если Бог имеет свой план в отношении человека без рук и без ног, то безусловно, как он может не иметь план для каждого любого человека? I love you all. Thank you. Очень люблю вас всех. Спасибо большое. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, ваш вопрос. Ваш. Ваши духовные учителя в мире, в истории, в литературе, в имена. Спасибо. Ну, наверное, у меня, в общем-то, особо так нет таких учителей. I do research
for me in my own path and faith. Я сам исследую именно свой путь в своей вере. Some people who say they're a spiritual leader, and sometimes just think of energy or positivity or those sorts of things. Positivity is not enough. Некоторые люди, которые претендуют называться духовными учителями, говорят просто о каком-то позитиве, о какой-то энергии, но я считаю, что этого недостаточно для того, чтобы называться духовным учителем. I don't want to live a life where it says hope dies last. I want to have a hope that it never dies. Я не хочу жить по принципу «надежда умирает последней». Я считаю, что надежда не умирает никогда. So, I mean, I read some books of different people and inspirational stories, but the biggest thing that I read for personal spiritual edification is the Bible. Безусловно, я читаю различную литературу разных авторов, но то, что поистине является вдохновляющим для меня, это Священное Писание, Библия. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Следующий вопрос. Да, вас, пожалуйста. Следующий. Планируются ли новые книги и о чем? Но это для тех, кто не слышал вопрос. Yeah, we are. I'm actually hoping to write a series of children's books. Yeah, for 6 and 7, 8-year-olds. Вообще, я очень надеюсь написать серию книг для малышей, для детей порядка возраста 6-7 лет. To teach them values and talk about bullying and self-esteem and you know, encouraging other people. Чтобы поговорить с ними о их взаимоотношениях, о том, какие могут быть насмешки со стороны сверстников и подобные вопросы, как им ставить себя, как вести себя. So whatever I do in books or speeches, it's always about making a change. And so I'm really looking forward to making a change in the very young people and start there as well. И, конечно, самая главная цель, к которой я стремлюсь в своих книгах, чтобы они могли менять людей. Поэтому я действительно с этой точки зрения хотел бы, чтобы менялись молодые сердца. Спасибо. И очень, кстати, вопрос, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Какой ваш духовный покровитель? Какой духовный покровитель? Такой был вопрос. Can I ask you to expand? А можете поподробнее пояснить, что вы имеете? What do you mean? Spiritual guru. Guru. Spiritual. Spiritual. Okay. So for me, it's Jesus. Для меня это Иисус. No, no one but him. Кроме него, для меня никого. Спасибо. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Как технический прогресс меняет вашу жизнь? Как изменилась ваша жизнь благодаря техническому прогрессу за последние 10-20 лет? Это снимите, так, пожалуйста. Антон Стеклов, корреспондент программы «Фактор жизни». So, first of all, technology helps me out a lot just from day to day with the phone and email, and I'm able to do quite a lot with that, and I can type now 43 words a minute on a normal computer. И действительно, да, технология очень мне помогает, телефон и компьютер, и email, и даже я могу сейчас печатать на клавиатуре со скоростью 43 слова в минуту. This is technology. I mean, wheelchair helps me out a lot, and I'm thankful that I have one. И это действительно технология очень помогает, особенно вот это кресло, которым я пользуюсь, и многие другие вещи. And so as technical progression happens in the world, we really can see some things get worse. I mean, there are people who do cyberbullying or tease people each other on Twitter or whatever on the internet, and there's a lot of bad things on the internet, but as technology moves forward, that there actually is a lot of good that can also happen if we come together, and I'll tell you that in a second. Есть действительно разное применение современных технологий, в том числе их используют для плохих вещей, то есть такие вещи, как интернет, буллинг, троллинг, то есть оскорбления через интернет и прочие какие-то нападки, да, это имеет место, но есть и хорошие вещи,
Я об этом поговорю с вами буквально через несколько мгновений. I see a lot of young people here, a lot of teenagers, and I actually believe that in your generation, we're going to see 400 million teenagers give $1 a day to end world hunger. And that's one example in how technology can unite us and really bring a positive change. И я вижу среди вас очень много молодых людей, подростков, и есть у меня такая цель набрать 400 миллионов людей, молодых людей, которые готовы будут пожертвовать по одному доллару каждый день для того, чтобы остановить мировой всемирный голод. So there's a lot of good things coming. То есть очень много хороших изменений грядут. It starts with a dream, and it starts with you not giving up on you. И начинается это с мечты, из того, что вы не останавливаетесь, не сдаетесь в своем движении вперед. To know that you're beautiful just the way that you are. И помните, что вы прекрасны именно такими, какими вы есть. You don't need to be someone you're not, just be the best you you can be. И не старайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь, но просто постарайтесь сделать максимум возможного в том виде, в котором вы находитесь. Love you. Я люблю вас. Можно? Ник, спасибо большое, что вы есть. Да. Я хочу сказать, что я буду освещать ваши визиты для сайта Православия.ру, Хундова Ирина. Я хочу сказать, что я работала в обычной газете «Московская правда». Да. Но мой брат инвалид, и он не верит, в отличие от вас. Что бы вы могли ему, таким как он, пожелать? Вопрос в том, что есть родственник, который такой же, как Ник, но он не верит, что Ник мог бы ему пожелать. Он не верит в то, что может изменить его жизнь к лучшему. Бог не верит, да, да, да. So in my life, I realize that I can't make anyone believe something. Я понимаю, что в своей жизни я не могу заставить человека во что-то поверить. To have belief in something you do not see sometimes seems a little foolish, and sometimes we get caught on the questions we feel like we have no answers to. И очень трудно поверить в вещи, которые вы не видите, поэтому могут некоторые такие вопросы казаться глупыми, когда вы должны во что-то поверить, чего вы не понимаете, откуда причина. Faith is a gift from God, and He gives to anyone if they ask for it. Вера — это дар, и Бог дает этот дар тому, кто просит у него об этом. But the greatest way to encourage someone to know that there is a God is to be the love of God for them. И важно, чтобы люди понимали, что любовь Божия проявляется именно в том, что мы показываем им, что мы любим их. A lot of people don't become a believer in God because of other people who do believe in God, and they see how they live, and they get discouraged by that. А многие люди не верят в Бога, потому что они, наблюдая за другими верующими людьми, которые не проявляют эту любовь, они не хотят приходить к вере, если видят такие примеры перед собой. So when we say we're a follower of Christ, we need to show that love, and so that's the biggest thing. И поэтому, если мы говорим, что мы последователи Христовы, то мы должны действительно являть миру Его, и тогда это будет возможно. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Саргулов Таврандык. У меня такой вопрос. Вы после везения там в Санкт-Петербург, да, можете с нами прогуляться там к Красному Кремлю? Слышно, да, был вопрос, да? Как насчет прогулки к Кремлю? So after this trip in Russia, I'm sure we're going to have probably 200 invitations to go to all cities across Russia. К сожалению, уже после вот этой части даже поездки у нас уже есть более 200 приглашений в различные города и места России, куда я должен был бы поехать. And so with the discussions that I've had with Maxim, we're thinking of maybe bringing me back next year and maybe doing 5 different cities and big stadiums where people can come in and whoever needs to hear that message of hope can come and join us there. И поэтому мы сейчас с нашим организатором Максимом рассматриваем вопрос о том, чтобы на следующий год приехать и организовать такую поездку в 5 крупных городах, где будут собираться люди на больших стадионах, и все, кто желает, могли бы туда прийти и услышать вот эту весть о надежде.
So we don't know exactly which cities we're going to next year, but thank you so much for the invitation and give my love to all of them there. И тем не менее, несмотря на то, что мы еще не знаем даже точно, какие это будут города, благодарю вас за вопрос и передаю вам свою любовь к тем людям, которых вы будете видеть. Спасибо. Следующий вопрос. Дорогой Ник, мы вас давно очень любим, и мы ведем общественный проект «Я выбираю доброжелательность». И на этом проекте мы рассказываем о вас, о вашей жизни. И называется эта программа «Проблема, есть решение». И хочется у вас попросить короткое какое-то напутствие этому проекту «Я выбираю доброжелательность». Люди уходят с этих программ с надеждой, верой в себя и в жизнь. Спасибо вам за безграничное сердце. Спасибо. Я прошу вас, формулируйте кратко вопрос. У нас очень мало времени. А вопросов много. So now you want advice to the people who work for the project or the people who come to your project? Вы хотите, чтобы я дал совет для тех людей, которые ведут этот проект, или для тех людей, которые приходят на проект? Okay. So same thing with the other question. Just continue to be working hard and planting love, but really not just giving up, but leading authentically. Just be real, be yourself. We don't have to pretend that we've got everything all together. So I think not faking and just being real. And loving them genuinely, I think, is the greatest thing. Я думаю, что для ведущих проекта самое главное это действительно быть постоянными в том, что вы делаете, и идти вперед, и быть настоящими, быть истинными, не лукавить, не быть теми, кем вы не являетесь, и тогда у вас обязательно все получится. Thank you. Хорошая компания времени очень быстро, поэтому у нас сейчас осталось чуть-чуть времени. Мы даем три вопроса и три коротких ответа. Пожалуйста. Red or rose? Red. Red? Oh. The question was for everyone else, what was the best book in Russian? Вопрос для, чтобы все поняли, о чем матч спросил. Какая была самая лучшая книга, которую вы когда-либо прочитали? Вопрос. Not mine. No. Нет, не моя. I mean, apart from the Bible, which everyone has a Bible. Я думаю, что это часть Библии. That is my favorite book. Это моя любимая книга. Apart from that, I don't know, I don't do many other fiction books or anything like that. То есть, кроме Библии, какие-то там фантастические книги, что-то еще я, наверное, не назвал бы. I am reading a book currently. В данный момент я читаю книгу. It's by A.W. Tozer. Написано автором по имени A.W. Tozer. And the title is Pursuit of God. И называется она «В поисках Бога». It's a good book for me. И это хорошая книга для меня. Thank you. Спасибо. Да, пожалуйста, вот откуда-нибудь в галерке. Давайте вопрос. Пожалуйста, ваш. Вот ваш под аппаратом в бордовой кофте. Да, ваш. Меня слышно? Вас слышно? Слушаю. Скажите, пожалуйста, в какой момент жизни вы поняли, что любите себя таким, какой вы есть? В какой момент жизни Ник понял, что он любит себя таким, какой он есть? Такой был вопрос. My parents really helped me to accept me for how I was when I was a child. Мои родители помогли мне научиться принимать себя таким, как я был во время своего детства. And as bullies were teasing me and putting me down, I realized that people don't understand their limited thinking in judging people for how they look. И при этом меня в школе дразнили, издевались всячески, и я пытался понять, почему люди воспринимают тебя не за то, кем ты являешься, а как ты выглядишь. We judge each other for how we look. We sometimes beat ourselves up for how we look when it actually doesn't matter at all.
И иногда мы действительно сами критично относимся к себе и обвиняем себя в том, что мы как-то не так выглядим, хотя дело совсем не в том, как мы можем выглядеть. And so, as a young boy, I realized that if someone doesn't want to be my friend because of how I look, well, then they're not a true friend. Я думал в детстве, что те люди, которые не могут дружить со мной, быть моими друзьями, несмотря на то, каким я являюсь, то это не настоящие друзья. And you need to be a true friend to yourself and give yourself a chance, because you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. И вам самим необходимо дать шанс самому себе, то есть собрать самого себя из кусочков и дать себе шанс и именно принять себя таким, каким вы есть. So instead of being angry for what I don't have, I started to be thankful for what I did have. То есть не ругать себя за то, чем я не могу быть или чего я не могу достичь, но благодарить за то, кем я являюсь и какой я сейчас. And I just did my best, and I didn't need to do something for approval, and I don't need to be someone that I'm not. I just need to be the best me that I can be. Я просто должен быть лучшим таким собой, каким я могу быть, и в этом заключается как раз этот секрет. Thank you. Заключительный вопрос здесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос такой. У нас в России говорят, что мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Скажите, какое дерево вы посадили бы в своем саду и почему? Спасибо. Про дерево слышали, да? Какое дерево вы посадили бы в своем саду и почему? Это такой вот литературный момент. Художественный, да. So what tree did I plant? Посадил ли я дерево и какое это дерево? Нет, вопрос в том, что если бы вы посадили, какое? Just what kind of tree do I like? Okay. Do you know what an oak tree is? Знаете дуб, дерево? I like oak tree. Мне нравится дубы. Почему? Because. Потому что. Это чисто по-русски, наверное. Огромное вам спасибо. Эти улыбки и эти аплодисменты. We have an event tonight. Сегодня вечером у нас есть событие, есть большая встреча. And we have a couple of things to happen before that event, so we have to run off. I wish I could give you all a hug and give you a photo, but I can't. И, к сожалению, у нас есть еще пару мероприятий по ходу, которые должны пройти до этого мероприятия в Мытищей арене. Поэтому я очень хотел бы вас всех обнять и больше провести с вами время, но нам, к сожалению, надо просто убегать и быстро буквально делать все. But at least I can see you from a close distance, and I just want to tell you I love you and I feel your love from here. So thank you so much for coming, and I hope you enjoy everything. И, по крайней мере, я очень рад, что я вижу вас, ваши лица так близко. Я люблю вас всех, и я чувствую вашу любовь в ответ. Поэтому я хочу... Спасибо. Мы это передадим сразу в машину. Это тоже для вас. I just want to lastly say this. И на заключение я хотел бы сказать следующее. I'm not any more special or valuable than you. Я нисколько не более особенный, чем каждый из вас. I'm not the source of hope. И я не источник надежды. I just hope, whether it's in speech or whether it's through a book, that you realize that hope can be found by everyone. И это не такая надежда, которую вы можете найти из какого-то разговора или из книги, но эту надежду каждый может обрести. So I love you and please do not give up. Я люблю вас и никогда не сдавайтесь. Thank you. Спасибо. Спасибо.